Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян, Виктор Костяныч. Раннее-раннее утро, 4 утра. Температура минус 4 градуса. Едем на рыбалку. Заранее была прожата дорога вокруг грязи. Там все равно где-то по грязи придется переехать. Все, едем, друзья. Ждем Витька и выезжаем на зимник. Он уже вот на подходе, близко. Второе мая. Всех с прошедшим днем труда. Мир, труд, май. Фух. Тяжко снегоходу. Некрасиво по гравию ездить.
что, друзья, мы с вами на любимой реке, в наикрасивейшем месте этой реки, у самой высокой горы. И будем начинать нашу рыбалку. Лунок набурили. Будем пробовать. Дальше проехать мы не смогли. Там река уже все открыто, размыто. Все, здесь пробуем и потихонечку будем двигаться вниз. Как обычно, поиск рыбы. Поиск рыбалки. Сегодня у нас рыбалка будет для Володи. Володя подписчик. Прилетел в Туруханскую командировку. Он врач-анестезиолог. Уже два раза был у нас в гостях. И как бы вот попробуем наловить ему рыбки. Может, домой чего увезет. Бери удочку, поперли. Пробовать. Посмотрим, угадали, где нет. Я уже вон на 2,5 вытащу. Кого? Глянем, что тут у нас. Есть рыба, нету. У нас на поиске целый день. Насколько хватит батареек? Чего ты оттуда сначала начинай? Сейчас солнышко подымется и будет жара. Начнет все таять, отпускать. Че, клевало? Давай лови. Че такое? О! Нифига шелепёрник. Нормально. Ветер размочил счет. Есть рыба, надо найти ее, значит, тут. Опа, у меня поклевка тоже была. О, Витя, дай-ка мне с него глаз. Опа. Вот этот-то вообще добрый, смотри. Хорош, хороший. Да, и этот неплохой. Ё-моё, глаз большой, да? Ну вот, маленький. Вот этот поменьше. Будем пробовать на глаз. Может, клюнет нам карась. Может, туда дальше по струе бурить надо? Можно. Где-то это. Искать, где он там в кучке стоит. Видишь, оно что было, то поклевало. Ну да, он если есть, сразу клюет. Опа, есть контакт. Оба, хороший. Вообще сразу схватил. И даже заглотил, ё-моё. А, рыба жила. Говорят, рыбы нет.
Глаз вообще смачно хапнул. Мы уже, слушай, это не впустую приехали. Главное, мелко совсем оберет. Я тебе говорю. И берет-то как собака, блин. Да, какашки есть с него, ну. А что он, сейчас у них светло там на дне. Харюзя, конечно, шикарные. Я что-то прям на радостях чай захотел. Эй, чё? Ой. Ладно, доедешь. Сам докатится. Много, доедет. Что, мне нравится так? Ну, мне, слушай, тоже понравилось. Опа. Опа! О, блин, завести не могу, Витя! О, гирокакал! О, нифига, лапоть! Красота! Саня 10 раз пожалеет, что не поехал. А что он сказал, что не поедет? Он телегу, говорит, вроде не нашел. Чтоб снегоход вот это притащить на зимник. Я ему говорю, у тебя лодка пустая, на телеге стоит, скинь, да поехали. Нет, это же надо лодку снимать. Блин, вдвоем тык-прык, скинул ее и поехал. Доски постелил, снегоход загнал. Проблему выстроил. Это мы удачно тут остановились. Ты запоминай как-нибудь, там отмечай лунку, где клевало. Да я как бы не забуду, вижу. Рыбачим мы, друзья, рыбачим. Клюет у нас. А, скользко все. А. Ты тоже, да, выдернул? Хорошо. Целлофаны проскидали. У меня тоже неплохой. Самочка, по-моему. Слушай, ты меня обыгрываешь, у меня только 5. Ну да, я тебя обхожу. С большим таким перевесом. Надо тут почаще набурить. Так еще профигачить. Слушай, еще пока что луна. Да сейчас этим пройдем, чайку надо будет глотнуть. Что делать? Чайку глотнуть, ты хочешь чаю? Да нет, вроде. Квас я сегодня не брал. Вчера что-то не догадался купить. Че? Они, слушай, прям это, как у них движ на танцполе. Ага. Пляшут. Тут старые все равно, видишь, лунки обловлены уже. Че? О! Берет хорошо, ага. Нет, у меня там бы это, поклевка была и не взял.
Может, маленький. Опа! Ё-моё! Прозевал, прям удар хороший был. Опа! Не прозевал нифига, он просто промазал. Сегодня рыбу-то от солнца спасать надо будет как-то. Сейчас только приподнимется, и все, жарень начнется. Поплывет речка. Опа! О, давай, давай, давай! Опа! Кто сказал, что нет рыбы на любимой реке? Рыба есть, она просто до этого не хотела есть. Да? Пока время не пришло. Пока время не пришло. Слушай, я всех в старых лунках поймал. О! А ты в свежих рыбачишь, да? Угу. Я, кстати, ручку от ледобура на всякий случай взял. Это рукобур? Ну да. А я думал, ты его дома забыл. Нет, я взял с собой. Молодец. Слушай, генератор-то я не брал, у нас всего 3 батарейки. Сейчас не такая штука, как в тот раз, помнишь, когда ты идешь и ездишь. Ага. Когда я тебе это сломал, мотобус. Ага. То есть можно вообще спокойно в 130-м. Да, лед не это, не толстый. Кстати, на 130 там у нас еще 3 пары ножей новых с собой. Бури не хочу. На 110 все, последняя вот пара стоит. Опа! Опа! Жгнул. Ты на глаз? На глаз, ну. Я люблю на глаз рыбачить. Надо будет потом еще раз с глазом помыть. А что, у тебя клевало не брало? Да нет, вроде. Ну и вот. Хотя, ему кажется, вообще все ровно. Берет, хорошо. Тут вон еще поле какое, разбурить можно. Вон, места сколько. Это я в линию прошел, чтобы нащупать, где чего. Оть! Оть! Эть, стой, стой, стой. Какой-то бледный. Светло ему совсем там. Есть. Ты уже все, приплыл. В лунку чуть не убежал. Вот это, как уля заяча, он лежит. Возле лунки? Ага. Чё делал? Контачил. Контачил? Зайка! У него хвост короткий, чтобы контачить. Это же тебе не волк. Ну, он у волка, значит, одолжил. У Харюза снизу он это, жабра рванутая, как будто он уже сходил у кого-то. Ты меня слушай, прям количество он обыгрывает. Да. Я тебя обхожу, даже на поворотах. Дал что, отцепился.
шарится рыба. Считай, кто-то недавно дорыбачил. И мы еще тут подбурились. Опа, да елки-палки. Прям это, промазал. Там глаз еще не стащили. Менять надо глаз. Высосали уже. Опа! Чем менять? Еще клюет. Берет. Шикарная рыбалка у нас тут, реманчика. Рвова точно без рыбы не останется. Бедный попал сюда на работу. К этому. Да его, который врач-то был, говорит, отдыхать будешь, говорит, здесь. А он, блин, с реанимацией не вылазит. Как называется, да? Ага. Отдохнуть. Лучше раздеваться надо, уже в куртке жарко встает. Надо одну снимать. А ты что, трех? Ну, у меня двойная она. Опа! Прилип. Он прям на всех орёзах, как на трамплинах. Ёпта! Ты прикинь? Карабин расстегнулся, и конус я выкинул в лунку. Ё-моё! Вот падла! Друзья, мы сегодня в отрыве. У нас клюет, погода прет. Лунки борются, рыба ловится. Во-во-во, точно рыба ловится. То я уж думал, что я соврал. Сколько я уже сегодня потерял конусов? Три? Или два? Два. Три. У одного крючок сломался. У двух поводки. Один поводок оторвался. И один расстегнулся. Три конуса уже. А у тебя мормышка висит, да, Витя? Да, она висит, только висит, у нее под крючком тянуться. Вот это легковато маленько, да? В лунку не идет с шугой. Конуса вообще хорошо проскакивают. Ох, солнце уже печь начало. Это под берегами, вот это, которое ржавое, это желтая фигня, быстро растает. Ну. Ну, у нас нету опасных мест тут. Опасных мест здесь нету вниз, так что переживать нечего. А то, а если вниз еще идти? Куда? Ниже переправы? А. Куда? Нет, туда вниз. Там вверх. Там вниз, мы оттуда приехали, ты чё? Ну я и говорю, туда, если вниз, там опасных мест нет, да? Не. Только на этом. Там, там. Вот эта лунка не проверена. На которой мы еще с дерёшкой заедем. Что, прям вниз, вниз, вниз. Опа! Жахнул сразу, смотри. Что говоришь? Сигу бы поймать, говорит. Сигов? Сигу. Одного. Здесь редко они. Очень редко. Есть ведь у них по-любому, есть где-то место. Где здесь-то? Угу.
внизу. Туда сейчас не проедешь. Никак вообще. А на лыжах идти устанешь. Так, блин. Смотри, что опять крючок сломался. На конусе. Да. Ёлки-палки, ну. Ё-моё. О, куда-то в мель попал. Там трава. Трава? Угу. Точно? У меня, по-моему, клюнуло. Или трава прилипала? Или трава прилипала? Не знаю. Посмотри, там на лунке зеленка не это. Вон на лунке зеленка. Все равно здесь к повороту похуже, да? Угу. О. Видишь, сначала я фигачил, теперь ты. Ладно, рыбач, пойду попробую, маме наберу. Пойду маме наберу, попробую. Уже точно проснулась. Кабан какой. Видишь, никто здесь не разбуривал нифига. Это вот как я пробовал тут несколько лунок бурить и все. А это самое место здесь, которое надо бурить. Опа, блин, так шмякнул здорово. Опа! Стой! Ай, стой! Да ё-моё! Укололся нафиг об крючок. Ну вот, был. О, хорош. Широкий. Широкий, ну тот-то видал там вообще, блин. Там как два таких. Как чир. Говорю, я в лунку еле пропер. Как пробка лез. Ну вот и все, друзья. Будем заканчивать нашу сегодняшнюю рыбалку. Любимая река. Порадовало, если это было закрытие сезона, то оно было просто суперическим. Мы уезжаем отсюда с отличным уловом. Всех, друзья, с праздником Пасхи, всех православных. Ну а мы просто сейчас попрем до дома.
Все, потому что наледь начала отпускать. Да и в принципе мы нарыбачились, норму наловили, которую можем, имеем право перевозить. Так что едем все домой. Всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке, друзья. Может быть, если погода нам позволит, то мы приедем сюда в День Победы. До встречи, друзья, до встречи на реке. С вами, как обычно, был я, Костян, и Виктор Костяныч.